Михаил Тырин. Законник. .04.2188.36.016 по шкале Лоренца при посадке на вторую планету системы A876G Plaza потерпел крушение автоматический грузовой модуль «Цезарь-5», доставлявший технологический груз на строительство геологической станции «Лючия». Строители успели сообщить о разрушениях и жертвах. Спасательная экспедиция достигла Плазы через 3 месяца. «А ну, подобрали сопли, покойнички!» Кореец шлепком ладони насадил шлем поглубже и вжался в спинку кресла. «Ныряем в ад!» Челнок вошел в атмосферу, словно отбойный молоток в породу, с натугой, грохотом и тряской. Продирало до печенок. Команда визжала и улюлюкала, подбадривая себя. Когда уже казалось, что внутренности просятся наружу, рванули выхлопы из тормозных дюз. Навалилась перегрузка, заскрипели страховочные ремни и заныли комариным голосом гироскопы-балансиры, но скоро все кончилось. «Подъем, покойнички!» Кореец первым освободился от ремней и пинком помог открыться люку. «Пора гулять!» Крюгер трясущимися руками стащил с головы шлем и поднялся. Его шатало, хотелось скорее вдохнуть чистого воздуха. «Давай шевелись, малохольный!» Кто-то чувствительно хлопнул его по спине. Сквозь гул в ушах он вроде как узнал Марию. Команда разминалась, отойдя от пышущего жаром челнока, на котором еще похрустывали пластинки теплового щита. С реки дул ветер, принося странный терпкий запах. В груди немного покалывало. «Слушать меня, покойнички!» Кореец звучно хлопнул в ладоши. «У вас 10 минут просушить трусики и поплакать в платочек. Кому поплохело, кислородные маски в подсумках. Я встречаю груз и сразу вас запрягаю. Иван, пробуй связь с терпилами. Рой, начинай консервировать челнок». Он отошел в сторону с биноклем и командирским пультом, уставился в небо, где виднелся прямоугольник грузового модуля и 3 его оранжевых парашюта. Иван раскрыл параболическую антенну. «Лючия, коробочка». «Я коробочка, прошу ответить». Крюгер застыл, уставившись на висящий над горизонтом полукруг ЗО, спутника Плазы. Он был огромный и пугающе близкий, покрытый трещинами, словно дно высохшего пруда. «Первый раз на Плазе?» «Что?» Крюгер обернулся и увидел экспедиционного врача, массивного и длиннорукого громилу, которого все звали Санта. «Ага. Я вообще в дальнем первый раз». «Но мы тут и сами, только второй». «А ты вроде следователь?» «Инспектор». «Инспектор по корпоративному юридическому сопровождению экстерриториальных протоколов». «Ишь ты! Это серьезно. А делать что умеешь?» «В каком смысле?» «Я юрист общего профиля с красным допуском. Все могу. Сделку оформить, протокол составить, дознание провести. Полномочия от регистрации брака до ареста орбитальной станции». «Оу!» Санта обернулся к Марии. «Эй, подруга, слышала? У нас есть законник. Если найдешь себе тут женишка, он вас распишет». Мария замахнулась на Санту шлемом. «Себе лучше женишка найди, принц чудесный». Грузовой модуль лег на грунт метрах в 200 от челнока, придавив горячим брюхом рощицу кривых низкорослых деревьев и оцарапав бока гранитный валун. «Ау, покойнички!» Голос корейца доставал везде. «Техника пришла! Заканчиваем пудрить носики, все за работу! Мария со мной, ведешь машину, я на связи. Тащим припасы! Иван, Рой, вы сами знаете. Амигос! Эй, амигос, хватит шмаль тянуть, и так уже дураки!» Рамон и Уго бросили окурки и нехотя подошли. «Вы берете трак с пулеметом, за собой цепляете генератор, поняли? Вперед!» «Иван прозвонил, частоты связи нет», — доложила Мария. «Хреново!» — кореец сплюнул. «Запустим воздушку?»
А смысл время терять? Все равно нам туда ехать. Тоже верно. Кореец вдруг заметил Крюгера. Э, а ты чё стоишь? А что делать, удивился Крюгер. А что умеешь? Тут кореец с досадой поморщился. А, ну да, ты же следователь. Инспектор, поправил Крюгер. Из модуля уже выкатили первый трак. Небольшой, приземистый, большеколесный. За ним тащился прицеп с тюками, окольцованными широкими нейлоновыми ремнями. «Ну, раз ты инспектор...» — кореец вздохнул. «Сходи за кустики, пока не тронулись. Дорога дальняя, а я из-за тебя колонну останавливать не хочу». «Почему дальняя? Сказали же, сядем рядом». «Вот ты принц чудесный!» — усмехнулась Мария. 28 световых лет пролетело, еще сотни километров и расстроился. Часов 10 нам идти. По берегу, а то и вплавь». Она стукнула локтем в широкое ребристое колесо трака. «Алло, покойнички, заканчиваем стонать!» Кореец привычно хлопнул в ладоши. «Едем на прогулку!» Автоколонна ползла по пологому берегу, то разметая колесами речную гальку, то вспенивая воду, то приминая низкорослый рыжий кустарник. Крюгер упер ноги в пол, чтобы не болтаться на ямах, и теперь разглядывал шершавые коричневые валуны, остроконечные утесы, рощицы узловатых деревьев между ними, буруны и водовороты на поверхности воды. Все было одновременно и смутно знакомое, и чужое. От этого возникало какое-то странное и реальное чувство. Санта сначала с улыбкой косился на него, держа руль, потом проговорил. «Мы когда в первый раз сюда прибыли, геологов-разведчиков охраняли. Все очень местного зверья боялись». «А тут есть зверье?» «А, есть. Только зашуганное какое-то. Бывает, в кустах зашуршит или зарычит или завизжит. Ну, раз три пришлось в воздух пальнуть на испуг». Санта похлопал по автоматическому дробовику, висящему в зажимах на потолке кабины. «Только так никого и не увидели. А у тебя оружие есть?» «Найдется». Крюгер провел пальцами по кобуре, вшитой в куртку. «О, пистолет! И все-таки, что ты тут делать собрался?» «Первичный осмотр. Съемка, забор образцов, оценка ущерба, дознание». «И кому это надо?» — фыркнул Санта. «В первую очередь страховой компании, во вторую — корпорации. Как-никак 180 тонн грузов — хлам. Если повезет, то и причины обнаружим». «Да что ты теперь обнаружишь? Грузовик был автоматический, болт отвалился, вот и причины. И что толку?» «За каждым болтом есть чье-то имя. И если его установишь, новой аварии не будет. Поэтому лучше сразу. Через год там все зарастет, тогда точно не найдешь». «Ну, не знаю, вам виднее в ваших корпорациях». Вдруг ожила рация. «Хорошие новости, покойнички!» — прохрипел голос корейца. «Лючия отозвалась, там полтора десятка выживших. Ждут не дождутся нас, любимых. Больше ничего сказать не успели, у них связь дохлая, похоже...» Эфир разорвало ликующими криками. Санта тоже заметно повеселел. «Вот и работенка! Помогать будешь, следователь?» «Отчего помогать кому?» «Да хотя бы мне! У нас госпиталь в прицепе, его разобрать надо. Обычно Рой помогает, он тоже врач, и тут все универсалы. Он хоть Мария, замкомандира, но еще и суперповар». Крюгер искоса посмотрел на грубые массивные руки Санты. «Не очень ты похож на врача, кстати». «Хм, похож, не похож, а 6 полевых специальностей. И он тоже на вид пацан сопливый, а сам следователь с допуском». «Инспектор». С гор сползли фиолетовые сумерки, укрывая мелкие штрихи пейзажа.
Утомленный и разбитый дорожной тряской, Крюгер пытался задремать, но тщетно. «Оживайте, покойнички!» — прокрепела рация. «Мы почти на месте! Скорость 7 узлов и ищем, где приткнуться!» Еще 10 минут ворчания двигателей, возни по хрустящей береговой гальке, и траки сгрудились перед стеной кустарника, за которой поднимался голый каменистый склон. «Покойнички, на выход! Не забываем ружья, аптечки, фонари и связь!» Команда привычно собралась в кучу, разминаясь и тихо переговариваясь. «Ключи, я коробочка!» — устало бубнил в рацию Иван. «База там!» — объявил кореец, сверившись с картой. «Машины по склону не пройдут, топаем ножками! Амигос, остаетесь сторожить груз, остальные за мной!» Темнело. Крупные валуны в сумраке выглядели угрожающе. Крюгер обратил внимание, что команда держит наготове дробовики и достал пистолет. Но, заметив насмешливый взгляд корейца, смутился и убрал обратно. Подъем закончился уступом, на который пришлось карабкаться, помогая друг другу. И тут все увидели базу. Кто-то присвистнул, а Санта растерянно обронил. «Вот это расколбас!» Базы фактически не было. На фоне темнеющего неба громоздилась мешанина из скрюченных балок, покореженных стен ангаров и боксов, груд мусора, скрученных в спираль трапов, мачт и остатков подъемного крана. Отдельно выделялся изуродованный корпус грузовика. Он прокатился по постройкам и развалился пополам у подножия скалы. Все выглядело страшным, неживым. Ветер доносил запах кислятины и гари. «Ну, допустим», — пробормотал кореец. «А где народ?» «Командир, позволишь?» «Заряжай». Мария сменила магазин дробовика на кассету с ракетницами и направила ствол в небо. «Тони спрятался, я не виновата!» Серия рваных хлопков, и в небе повисли 5 ярких солнышек, от которых по земле протянулись резкие тени. «Ау, Лючия!» — крикнул кореец, сложив ладони рупором. «Встречай гостей!» «Ребята!» В стороне захрустели ветки. «Ребятки! Не стреляйте! Я Лори, бригадир!» Лучи фонарей образовали яркое пятно в стене кустарника. Прикрывая глаза от света, к команде вышел человек, худой, обросший, в оборванном рабочем комбинезоне с тлеющим факелом в руке. Вторая рука держала карабин, но человек использовал его как костыль, царапая дульный срез о камни под ногами. Все это выглядело настолько дико, нелепо, первобытно, особенно факел, что Мария горестно вздохнула. «Ах ты, принц чудесный! Бедолага, да что же это такое?» «Ребятки, дорогие вы мои, мы уже попрощались, уже не надеялись. У нас ничего, ни еды, ни света, ни лекарств, ничего!» «Прости, отец, дорога дальняя», — буркнул кореец. «Да какой я отец? Мне 28! «Давай веди к своим, бригадир. Все будет хорошо. К вам на машинах подняться можно?» «Можно, можно, я покажу. Пойдемте скорее». Команду ждали. Полдюжины человек, гревшихся у костра, вскочили, бросились к спасателям. Выглядели и держались они не лучше бригадира Лори, но тут в них словно вплеснули сил. Люди кричали, смеялись, рвались обниматься, жать руки. И Крюгер тоже пару раз обнялся, стараясь не обращать внимания на запах давно немытых тел, грязную одежду и болячки на лицах и руках строителей. «А где остальные?» «Остальные не ходячие, в палатке. Кто отощал, кто ранен, вон там». Крюгер увидел палатку. Сарай, собранный из железных листов, профилей и прочего хлама.
Включил фонарик, зашел внутрь, преодолев тяжкий запах. В луче света блеснули глаза строителей, лежащих на грязном тряпье. «Здравствуйте», — проговорил Крюгер, и вдруг почувствовал себя глупо и неуместно. «Парень, привезли чего пожрать?» — отозвался кто-то из темноты. «Сейчас. Подождите, все будет». Крюгер вылетел на свежий воздух, проклиная себя за излишнюю инициативность. «Закончили миловаться, покойнички!» — приказал кореец. «Инженерная группа вниз за машинами и подберите там амигосов. Санта, забираю всех аптечки, начиная неотложку. Эй, следователь, собери-ка дровишек, а то холодает». Следующие несколько часов растянулись в вечность. В свете фонарей Крюгер сгружал и разбирал тюки, таскал коробки, ставил каркасы шатров, натягивал гофротткань, тянул кабели от генератора, собирал походную мебель, скручивал штуцеры водопровода, снова что-то таскал. И вот уже гора экспедиционного груза приобрела очертания спасательного лагеря. Зажглись фонари на стойках, появились жилые шатры и просторная палатка-госпиталь, заработал помывочный бокс, включилась полевая кухня. Вскоре под навес столовой пришли первые спасенные. Отмытые, наскоро заштопанные Сантой, переодетые в чистые комбинезоны. «Вы уж простите, принцы чудесные, жирного и наваристого не будет», объявила Мария, передавая дымящиеся лотки с едой. «Вам после голодовки восстановительное питание. Завтра сделаем чего погуще, а сегодня углеводы и витаминчики». Крюгер, грея руки стаканом кофе, не мог оторвать взгляд от строителя напротив. Тот ел, будто истово молился, словно в лотке с бульоном содержался весь смысл его жизни. Впрочем, сейчас так и было, наверное. Наконец, спасенный отодвинул лоток и откинулся на раскладном стульчике. Половину его лица покрывала белая пузыристая масса. Санта обработал ожог гелем из своих запасов. «Как вы тут продержались?» — спросил Крюгер. Строитель открыл глаза и некоторое время молчал, глядя в пустоту. «Ну как? Хреново, конечно. Когда нас шваркнуло, с десяток человек убило сразу, завалило. Луи, Глен, Ахмед на наших глазах в генераторной сгорели, мы их вытащить не смогли. Потом еще шестеро на руках умерли. Кто от ожогов, кто топливом потравился. А ели-то что?» «Кое-чего спасли со склада, продержались месяц. Потом пытались ловить рыбешек, птичек, только они тут мелкие, как семечки. Если бы не док...» «А что док?» «Он последним помер. Всего 3 недели вас не дождался. Вот он нас и подкармливал». «Чем же?» «А мы так и не поняли. Сказал, аварийный рацион для больных и раненых. Больничку-то тоже завалило. Но он туда как-то прокрался, откопал. Бывал, целыми днями там ползал, искал, вечером приносил, делил». «А почему умер?» «Не знаю. Плохо ему было. Иногда сядет на камень, за живот схватится и так сидит, покачивается. Видно, что горит внутри. Только он ничего не говорил и вроде не раненый был». «Так, кто поел, подъем, принцы чудесные!» — скомандовала Мария. «Марш в палатку! Все готово, постелено и прогрето. Сегодня поспите на чистеньком». Ее взгляд упал на Крюгера. «И ты иди, следователь, а то уж со стула падаешь». Спал Крюгер всего 3 часа, но это был, наверное, самый крепкий и сладкий сон в его жизни. Утром, ежась от сырости, он быстро кинул в себя завтрак и заглянул в палатку к Санте. Тот, видимо, и вовсе не ложился. «Помочь не надо?»
«Отдыхай», — ответил Санта, не отвлекаясь от лежащего на кушетке строителя. «У меня обработка, пробы, анализы, инъекции и прочие колбасня». «Чего отдыхай-то? Я своими делами займусь», — несколько обиделся Крюгер. И вдруг спохватился. «А можешь для меня анализы сделать?» «В смысле?» «Ну ты же все равно биоматериал будешь через комбайн прогонять». «Заложи генотипометрию по алгоритму Майзера, можно выборочно». «Тебе зачем? Хочешь родственников тут найти?» «Вообще так положено. Могу ордер подписать, а если надо, за расходники отчитаться». «Да ладно, незачем. Центрифугу запустить дело нехитрое. В обед заходи, отдам распечатки». При дневном свете развалины базы удручали не меньше. Крюгер пробирался среди строительного хлама, груд обгоревших конструкций, перевернутых машин, клубков силового кабеля, обломков контейнеров, прикладываясь время от времени к кислородной маске. Разлитый повсюду топливный катализатор по-прежнему отравлял воздух так, что щипало в глазах и кружилась голова. Иногда он останавливался, брал пробы. Вскарабкался на склон, чтобы сделать панорамную съемку. Запустил мини-дрона, отснять все сверху. Крюгер поднялся и на посадочную площадку, ту самую, мимо которой промахнулся грузовой модуль. Теперь он понял, почему экспедиции пришлось сажать свой челнок на отшибе. Площадка была завалена камнями и обломками приводных мачт. Незаметно прошло 3 часа. Крюгер вновь заглянул к Санте и взял распечатки. Заодно попросил таблеток от сорбентов. Начала болеть голова. Он опасался, что отравился во время своих исследований. Кореец и Мария заполняли учетные файлы спасенных, когда в штабную палатку ввалился Крюгер. «О, следак явился! Ну, раскрыл преступление?» «А вы откуда знаете?» У Крюгера округлились глаза. «Ну как же?» Кореец развел руками. «Ты же на осмотр ходил?» «А, вы про это. Там картина примерно ясная. На подлете у грузовика оторвало один из парашютов, он потерял управление, зацепил верхушку утеса, вызвал камнепад, потом завалил несколько приводных вышек и грохнулся на стройку. А там еще и топливные баки порвало». «Ну вот, дело раскрыто. Иди обедай, отдыхай с чистой душой, а послезавтра домой». «Нет». Крюгер помотал головой. «Извините, но дело только начинается». Он разложил на столике пластины с распечатками генотипометрии. «Смотрите. Снизу вверх пронумерованы фракции. Это белки, это минералы. Вот сюда, смотрите. Видите маркеры в двоичном порядке? Они у всех разные. Но уже на следующей строчке идентичные. И все человеческие». Кореец и Мария переглянулись. «Ну и...» «У всех строителей в организме следы ДНК одного и того же человека». Офицеры переглянулись снова. «Не понял», — кореец пожал плечами. «Какого человека?» «Объясняю. Тест Майзера позволяет определить в том числе и следы каннибализма». «Чего-чего?» Мария приподнялась. «Ты что несешь, принц чудесный?» «Да я-то что, анализы перед вами. Эти ребята, возможно, кого-то съели». «Ты топливо нанюхался? Кого они съели?» «Вот это и хочу узнать. У вас все личные файлы, там есть данные по любым биопараметрам. Позволите?» Крюгер протянул руку к компьютеру. Не дожидаясь разрешения, положил пластинку на сканер, изменился в лице, положил вторую, третью. «О, черт! Они говорили, что последнее время их кормил док каким-то специальным рационом. Давай короче. Эта полиграмма, которая у всех в анализах, она и есть от дока. Это его проба. Хочешь сказать, он от себя ломти отрезал?»
кореец начал терять терпение. «Пока ничего не скажу». Крюгер нервно вытер руки о куртку. «Только одно. Всех строителей надо изолировать и поставить охрану. Я должен каждого допросить». «Лейтенант Швиндер», с напускным спокойствием проговорил кореец. «Вы слышали, что предлагает наш законник?» «Слышала, майор Ким», в тон ему ответила Мария, глядя в сторону и постукивая пальцами по столику. «Эй ты, сопляк!» Кореец встал и прошелся по палатке. «Тебе кто-нибудь говорил, что мы сюда прибыли людей спасать? Ты в курсе, что они на краю смерти были, друзей потеряли? На ногах едва стоят. И ты предлагаешь их взять и арестовать?» «Таков протокол, не я его придумал», — глухо проговорил Крюгер. «А может, построишь их и расстреляешь из своего пистолетика, рожа ты протокольная? А то мы скажем, так и так, все оказались людоедами. Мы ликвидировали их на месте, отлично слетали!» Крюгер поднял глаза. «Командир Ким», — отчетливо произнес он. «Я уполномоченный инспектор корпорации. Я имею право задержать тут вашу миссию хоть на месяц. Мне поручили исполнять экстерриториальный кодекс, и я буду это делать. Я имею право даже отменять ваши прямые приказы, если есть основания». У корейца покраснело лицо, он сжал кулаки. Мария остановила его быстрым жестом. «Командир, следователь прав. При исполнении экст-кодекса у него есть такие полномочия. Это указано в нашем контракте». Тьфу! Кореец вернулся за стол. «Ладно, допустим. А теперь иди и сообщи людям, что ты их арестовываешь. Они тебе вчера руки целовали, а сегодня ты их в клетку. Давай!» «А зачем так прямо?» — хмыкнул Крюгер. «Сейчас пойду к Санте, пусть он скажет им, что карантина, выходить нельзя и никакой клетки». «Это были такие пластиночки». Строитель с перевязанной головой изобразил пальцами размер. «На вид то ли как сыр, то ли прессованные курятины. Не знаю. Специальный рацион, он так говорил. И правда, с утра положишь кусочек на сухарь, пожуешь, и до вечера есть не особо хочется». «А на вкус?» «Да непонятно. Мы любому вкусу были рады». «А где он сейчас, ваш док?» «Я имею в виду тело». «Я покажу, это рядом. Похоронили, сложили камнями. Копать тяжело, да и сил нет». «Вы свободны». Крюгер потер виски. Уже шестой человек говорил одно и то же. Показания совпадали полностью в мелочах. История уже попахивала мистикой. Через несколько минут он был в штабной палатке. «Надо сделать эксгумацию. Я должен увидеть тело дока». «Тебе надо, ты и копай», — равнодушно ответил кореец. К этому Крюгер был готов и сказал только: «Понятых дай». Стоять и наблюдать, как человек, обливаясь потом, в одиночку ворочает камни, спасатели не умеют. На мучение Крюгера полюбовались минуту-другую чисто из принципа, а потом отодвинули его. Рамон и Уго размеренно, не торопясь, откидывали булыжники от могилы. Вот показалась стеклоткань, которой накрыли тело. Сдернули ткань, и амигосы отшатнулись, закрывая носы рукавами. «Вроде он», — кореец сверился с фото. «Ну что, законник, он твой доктор. Целиком!» «Ничего не понимаю», — пробормотал Крюгер. «Санта, нужно сделать еще одну пробу. Убедиться, что это именно его генокарта. Могла ведь быть ошибка в документах». Санта опустил на лицо кислородную маску и приблизился к телу, подкинув на руке пробник. «Прости, коллега».
Толстая игла со щелчком вошла глубоко под кожу трупа, забирая образец. «Только есть одна проблема», — продолжил Санта. «Кончились калибровочные пластины. Был стандартный комплект, но никто ж не знал, что ты здесь объявишь массовую охоту на людоедов и вампиров». «И что делать?» — оторопел Крюгер. «Больничку завалило, но док туда как-то лазил. Там должен быть запас. Может, поищешь?» «Вместе поищем. Я ведь даже не знаю, как это выглядит». «Будь ты проклят!» «Смотри, тут свежие следы!» Санта коснулся фонарем покореженного стального листа. «Похоже, док делал проходы резаком». Крюгер выполз из-под балки, отдышался. «Нам легче, пойдем по следам. Ну, вперед!» Они уже 10 минут ползли через мешанину покореженных ферм, оплавленных листов пенопластика, путаницу кабелей, арматуры. Над головой что-то скрипело, шаталось. Всякую минуту казалось, что все может обрушиться и похоронить навсегда. «Кажется, здесь». В листе гофрированной стали был прорезан лаз около метра в поперечнике. «Заходим. Ага, вот и больничка». Медицинский бокс был раздавлен и теперь напоминал тесную пещеру. Крюгер и Санта, хрустя коленями по рассыпанным ампулам, просунулись между искореженными стеллажами и оказались во втором помещении. Оно пострадало меньше, но все равно приходилось двигаться на четвереньках. «Ищи коробки с желто-красными маркерами!» «Так, стоп. А это что?» «Что?» Крюгер развернул фонарь. Сначала он увидел несколько разбросанных кислородных баллонов, маску и шланг, потом целую кучу небольших полупрозрачных пакетов с одинаковыми этикетками, а затем пару десятков аккумуляторов, сваленных у стены. «Я говорю, вот это что?» Голос Санты прозвучал как-то странно. Он стоял на коленях перед ящиком с кнопками, индикаторами и отделением, закрытым стеклянным щитком. «Знакомо?» «Нет». «Это полевой биопринтер. Кажется, мы можем возвращаться. Я все понял. Нам не нужно делать никаких анализов». Кореец, Санта и Крюгер сидели со стаканчиками какао на плоском валуне, глядя, как рваные облака летят над золотистым полукругом Зо. «Так что в итоге получается?» — спросил кореец. «Он делал еду на этом чертовом принтере». «Все не так просто», — отозвался Санта. «На принтере готовят импланты кожи и мышечных тканей. Знаю, у самого две заплатки». «Ладно. Принтер не может сделать ткань от балды. Ему нужен образец. Док давал ему свою кровь. Принтер копировал генокод, печатал котлетки с заданным иммунным статусом. И чисто биологически это было его мясо, Дока. Поэтому у всех строителей в крови и клетках его следы. А вот ел ли он сам себя — вопрос. Думаешь, не ел и умер от голода?» «Не знаю. Он проводил целые дни в эпицентре, где фонило топливным окислителем. Какое-то время держался на кислороде из баллонов. Приходил туда, таскал уцелевшие аккумуляторы, заставлял принтер работать, делать еду парням. Скорее всего, просто отравился испарениями». «А ты, следователь?» Кореец искоса посмотрел на Крюгера. «Тебе вообще как в голову пришло это проверять, все это людоедство?» «Прецедент Ля Цзы.
Крюгер кисло усмехнулся. Там целая колония с заключенными осталась без обеспечения на полгода. Они говорили, что едят умерших, а сами убивали слабых и жрали. С того случая корпорация ввела проверки и ответственность. Наших бы тоже проверили на базе. В обязательном порядке. Только на базе уже не докажешь, что это был биопринтер. Им бы душу вымотали до последней ниточки, а потом... До Плазы далеко, до судьи близко, и анализы, вот они, сами за себя говорят. Ишь ты! Я-то думал, что мы здесь святые спасители, а оказалось, это ты, работяг, по-настоящему выручил, а? Крюгер пожал плечами. Как тебя зовут-то? Александр. Алекс, значит. Кореец протянул руку. А то все следователь, следователь. Ну, пошли спать. Завтра день тяжелый. Командир. Крюгер встал, поправил куртку. В следующий раз меня с собой возьмете? Мы подумаем, покойничек. Лагерь проснулся рано. До завтрака успели переоборудовать прицепы для пассажиров, устроить раненых. Наконец, кореец дал команду на отправление. «Погоди-ка», — буркнул Санта и выскочил из кабины. Крюгер увидел, как Санта побежал к могиле Дока. Ему показалось, что спасатель перед ней вытянулся и приложил руку к козырьку, но толком разглядеть не успел. Отъезжающая колонна закрыла вид.